В оккупированном городе Лисичанск Луганской области взорваны штаб российской оккупационной армии и отделение полиции. В результате было уничтожено более 100 оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай на своей странице в социальных сетях. О причинах взрыва пока не сообщается. По информации, в штабе находились боевики группировки «Вагнер». Представляем вам кадры с места взрыва.